В линейке производителя Касси есть люки и дождеприемники, которые не имеют шарнирного соединения крышки. И возникает вопрос, насколько эти крышки легко снимать и легко устанавливать на место. Давайте на эксперименте посмотрим, как это можно сделать. Берем простую монтировку. Цепляем крышку дождеприемника. И просто ее стягиваем в сторону. То же самое можно проделать и с люком. И просто берем, стягиваем. Таким же образом можно положить все это на место. То же самое с дождеприемником. Вот так.